Они всегда притягивают тысячи покупателей. Первые в сезоне продуктовые ярмарки. В этот раз торговля идет на 6 городских площадках. Это более 130 товаропроизводителей города и районов края. Большим спросом здесь пользуются мясо, колбасы, рыба. Также представлены кондитерские изделия, мед, овощи, сухофрукты и другие товары. Все это можно купить по ценам, которые в разы ниже, чем в магазинах, потому что на ярмарке привлекаются фермерские хозяйства, товаропроизводители и оптовые предприятия. Всего товарооборот первых субботних ярмарок в Барнауле составил более 6 миллионов рублей. Открывается у нас сезон ярмарочный в городе Барнауле. Цены на ярмарках ниже от 8 до 40% по разным категориям товара. В целом по году у нас проведет 19 ярмарочных мероприятий. 10 из них это весенний сезон, 9 мы проведем в осенний период. Попасть на следующую продовольственную ярмарку выходного дня можно будет 4 марта. Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов на 6 площадках. Проспект Ленина, 71, улица 50 лет СССР, 51А, площадь Народная, улица Германа Титова, 9, проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21А. Ирина Корчагина, «День с толком».